Ориентировочный срок реконструкции моста на улице Циолковского – 2020 год. Работы планируется проводить за счет программы, которую разрабатывает областное министерство дорожного строительства. Прорабатываем с Министерством дорожного строительства и транспорта вопрос о включении города в эту программу. Ориентировочный срок начала работ – 2020 год по мостовому периоду. Напомним, проект реконструкции дорог по улицам Октябрьской революции и Циолковского прошел государственную экспертизу и был одобрен. Реконструкция моста над железнодорожными путями входит в первый этап проекта.